поле не приобрели такой золотистый цвет. К нему отправляем картофель. Теперь мы отправляем туда лук, морковь, чесночок. Вот такой молоденький. Я не буду его разделять, я его просто помыла. Вот к нашей красоте. Возьмем соль, вот такую смесь перцев, перец лимонный и хмели сунели. Зальем. Я воспользуюсь томатным соком, можно томатную пасту развести с водой.